нас на экранах на ваших Джош, да? Как ты, yeah, как ты, как Josh. Ты произносишь? Джош. Значит, Джош у нас родился прямо в Америке, но по-русски говорит. Говоришь по-русски? Да, я говорю. И читает, и пишет. Да ты что? Да. А читай, что ты читаешь по-русски? Книжки. Это я понимаю. Там. Ну, а что ты так примерно? Стихотворение какое-то расскажешь? Да, стихотворение, песни. То есть можешь так вот? Да. Но это тебя просто родители заставляют или ты сам с энтузиазмом? Оба. Ну, хорошо. Бывает. Вот, собрали мы со Светой корзиночку. Такая корзиночка на выносе, на выходе. За нее берут десятку. Ну вот, это намного дешевле, вдвое дешевле, чем, скажем, в магазине, где органическим торгуют. Но она прямо с поля, конечно, уровень свежести другой. Друзья Людмилы, Руслана и курочки Рябы, посмотрите, что творится у нас тут по куриной линии. Не то, чтобы мы оголодали, этого нет. Но как, друзья, хочется иногда эстетически насытиться. Вот так вот многие иммигранты тоже крохи подбирают, лапками скребут, потому что крыльев нету, понимаете? Это беда, конечно, курочки Рябы. Отсутствие крыльев. Давайте скажем как тост, чтобы в нашей иммиграции были крылья, и чтобы не червячками и личинками, а чтобы так по высокому разряду питаться. Скажи мне, откуда эта морковка-то у тебя? Это морковка из земли. Так, Света, это кто, ты собирал или Джош? Я попробовал так оторвать, и у меня оторвался хвостик. О. То есть, друзья, надо рыхлить, надо рыхлить. Здесь, друзья, мы видим, значит, расчеты, пересчеты. Так. Морковочка, чайф, такая с запахом чесночка, такой лучок с запахом чесночка, хороший. Чайф. Вот. Сегодня что-то много народу, воскресенье. Откуда столько народу, я не знаю. Но есть люди, есть. Да, друзья, Санта-Крус. Вот мы не одни тут снимаем. Да, со своей аппаратуркой. Света, это не служение человечеству, это люди фан имеют. Люди фан имеют, но они, тем не менее, своё настроение. Вот на этот пляж, друзья, мы сейчас идем, и у нас есть змей, которого мы будем запускать. Вот вы видите, Светлана несет змея. И у нас есть главный запускатель змея Джош. Джош, сделай такая змея, там как-то так. Круто, круто запустим змея. Пошли. Вот мы видим, друзья, Джоша с воздушным змеем. Я, друзья, закапываюсь в воду и в песочек. Вот, чтоб все было в контакте с планетой. Вот так, друзья, стою на собачьем пляже среди собак. Многие подходят меня понюхать даже. А то и так, знаете, потереться. Вот. А народ, можно сказать, отдыхает. Мы специально сюда пришли, потому что здесь людей мало, чтобы змея запускать там, где меньше шансов кого-нибудь угодить этим змеем. Вот, друзья, широкая индейская душа. Пришли мы на пляж просто походить, побегать по песочку, почувствовать себя снова юными, юными. Собственно, мы никогда не переставали ими быть, но... Да, но иногда надо. Как я боялся собак в детстве, это невозможно передать словами. Они такие были большие, а я был такой маленький. У меня все вот... А ну, теперь встречаешься с боссами ногами и никого не боишься. Нет, теперь не боюсь. Теперь не боюсь. Ах, как хорошо, друзья. Как хорошо.